Главный товар сегодняшнего дня – это компрессионные колготки с охлаждающим эффектом от бренда «Филороса». Вы получаете в комплекте сразу 5. Это 2 пары колгот и 3 пары гольфов. И особый охлаждающий компрессионный эффект сегодня за 999 рублей. И, конечно, все это от нашего российского производителя, который производит носочно-чулочные изделия медицинского назначения. Рассказывает о том, как сегодня важно носить компрессионные колготки и гольфы, конечно, эксперт нашего телеканала с медицинским образованием, врач-провизор Александра Кленова. Сашенька, доброе утро. Доброе утро, Алина, рада тебя видеть. Доброе утро, уважаемые зрители. Сегодня я расскажу вам о колготках с лечебно-профилактическим эффектом. Это компрессионный трикотаж с израильской охлаждающей нитью. Бренд «Филорос» – это российский наш бренд с более чем 20-летней историей. И эти колготки при отеках, при варикозе, при боли в ногах, при тяжести в ногах распределяют давление по ноге снизу вверх, снимают нагрузку с ног, поэтому нам легче ходить, нас не мучает боль в ногах, мы легче спим. Особое плетение, посмотрите, как плотно распределены нити, это и создает эффект компрессии, то есть распределение давления. И в области голени, где нагрузка максимальная, наши ножки разгружаются, чтобы кровь не застаивалась, чтобы боль уходила, и чтобы давление падало на ногу равномерно. Тем более эти колготки можно носить даже летом, даже черную модель. Почему? Потому что итальянская, израильская охлаждающая нить в составе. Плотные очень нити распределены, но особая технология бриз. Такое поперечное плетение, поэтому воздух свободно циркулирует и нога дышит. То есть нога не потеет, никакого дискомфорта вам ношение таких колготок не причиняет. И, наконец, это очень прочная модель, 40 ден, но намного прочнее, чем обычные 40-деновые колготки, потому что нить более плотная, более качественная. И колготки вы можете носить такие очень долго. Они прослужат вам примерно в 2 раза дольше, чем обычные колготки. Комфортная высокая посадка. Мы видим, с одной стороны, корректируют даже слегка талию. Носок уплотненный, то есть в области мыска не будут колготки рваться. И плотно они обхватывают ногу, не врезаются, но при этом и не сползают. Поэтому носите их, пожалуйста, и сейчас летом, и осенью, когда уже будет немножко холоднее. Да, вот смотрите, уплотненные. Как раз у нас с вами еще и массажная стелечка именно на носочках. Вы получаете 3 пары носочков. Вы получаете сразу 2 пары колгот. У нас шикарнейшая, посмотрите, вязка. И потрясающая у нас с вами плотность от размера от 3 до 9. Это 40 ден. Именно сейчас, летом, когда жарко, когда ноги отекают, когда они горят, именно компрессионные колготки с охлаждающим эффектом – это лучшее, что у нас есть. 999 рублей сразу за целый комплект от бренда «Филороса». Это хит продаж. Лот был товаром дня 7 мая, и за день мы продали более 5000 таких наборов. Это выбор наших постоянных покупателей. Тем более, что у нас здесь охлаждающий эффект. Давайте посмотрим еще раз на размеры от 3 до 9. Саш, как и подскажи, правильно выбрать размер, чтобы и компрессия работала, и колготки тоже оказывали еще и утягивающий эффект. Итак, Лен, очень просто. Выбираем на 1 размер больше. То есть, если вы носите 2, берите 3, чтобы комфортно вам носилась, на вас сидела эта модель. Компрессия – это эффект распределения давления по ноге, чтобы ногу колготки не стягивали, а при этом снимали бы нагрузку, которая падает на наши сосуды при ходьбе. Мы видим большой размерный ряд от 3 до 9. Ого, редкие размеры. Редкие размеры, даже 7, 8, 9. И мы всегда берем на 1 размер больше. Тогда не будут колготки ни спадать, ни будут в нас при этом впиваться. Самое главное поторопиться, потому что только на один день у нас снижена цена. 999 рублей за 5 в одном. Это 2 пары компрессионных охлаждающих колгот и 3 пары еще и носочков. Поэтому успейте дозвониться прямо сейчас. А как важно, Саш, вот смотри, у меня мама моя, мы съездили на свадьбу в Читу, и перелет моей маме, ей уже 68 лет, конечно, дался тяжело. Во-первых, была ангина, а во-вторых, после ангины осложнение именно на колено и на ногу. И мама говорит, что нога просто горела, нога была такая красная и прям горячая. Скажи, можно ли надевать такие колготы? Конечно, потому что здесь израильская нить дает нам охлаждающий эффект, эффект бриз. Поперечное плетение, более крупные ячейки, мы видим, что воздух свободно проходит сквозь это плетение, поэтому ноги у нас дышат. И я вам даже сейчас покажу, как меняется нога, как только мы надеваем колготки. Так. Смотрите, мы видим у Натальи варикоз уже второй стадии. Заметны вены на ноге и заметны сосудистые звездочки. Как только она надевает колготки, уже менее выражена отечность, потому что эффект компрессии создает правильный отток крови снизу вверх и также выводит из ткани лимфу, осторожно массируя ногу.
Также за счет того, что здесь крупное плетение, хорошо нога дышит. И даже если нога горит, если у вас отеки, если вам жарко, вам станет комфортно. Охлаждающий такой эффект, проверенный в жарких странах. Давайте посмотрим, правда, как у нас течет вены. Смотрите, именно икроножная мышца должна стимулировать работу вен. А если она у нас отекла, если жара, если нога горит, что же поможет? Конечно, компрессия. Какая здесь компрессия, Саша, скажи? Здесь первый класс компрессии, то есть это лечебно-профилактический эффект. Это не те колготки, которые носят после операции, это именно для профилактики варикоза. Что происходит, когда мы надеваем колготки от бренда Filarossa? Мы снизу вверх запускаем нашу кровь в ноге, и она не застаивается, то есть вены не набухают, не образуются сосудистые звездочки. А теперь обратите внимание, какая красивая еще модель. Мы здесь видим два шва сзади, здесь высокая талия, то есть для комфортной носки. Обратите внимание, что не впивается в талию. Вот я могу сюда свободно два пальца даже продеть, но красиво при этом сидят, облегают, не сползают. И в области бедер мы здесь видим достаточно плотное плетение, тоже создается эффект компрессии. Но в области бедра он минимальный, а потом, по мере того, как мы опускаемся, эффект компрессии увеличивается и достигает максимума в области голени. Почему? Потому что сюда падает максимальная нагрузка при ходьбе. И здесь мы ногу разгружаем, чтобы здесь не образовывались отеки, потому что нога обычно отекает здесь. И когда давление правильно распределено, посмотрите, какие стройные ножки у нашей модели. То есть у нас правильная компрессия, да? Смотрите, 20% вверху, да, чтобы не сдавливать наши органы малого таза, и 100% у нас внизу. И все это у нас компрессионный капрон 5 в одном за 999 рублей до 9 размера. Плюс охлаждающая нить. Но благодаря чему такое вот охлаждение у нас и компрессия? Охлаждение нам дает израильская технология эффект бриз, израильская нить. И широкие ячейки, сквозь которые свободно проходит воздух. То есть ваша кожа дышит. Обратите внимание, какое свободное такое плетение, то есть позволяет воздуху циркулировать. А эффект компрессии создает также переплетение волокон. И это распределение давления снизу вверх по всей длине ноги. Там, где у нас голень, там, где давление максимальное, максимальный эффект компрессии, а к области бедра оно ослабевает, чтобы кровь правильно циркулировала. Успеете дозвониться, это 5 в одном, черный и бежевый забирает сразу по 2 комплекта, вы получаете 2 пары колготок, 3 пары гольфов, и это компрессия с охлаждающим эффектом от известного бренда Filarossa. Успейте дозвониться и сделать первый заказ на Shop & Show.